Кешіріңіз. Кешірім Бұстаевич, мұнда Абай, Долан, Шаған ауыл аймақтарының мәліметтері, содан кейін радиацияның деңгейі шамасынан тыс көтеріңкі. Взрыв был два дня назад. Может, это какая-то ошибка? Тут не ошибка, тут ЧП. Немедленно оповещайте население. Учащихся снять с занятий. Людей с колхозных работ тоже. Олжас Умарович, скажите, пожалуйста, правда, что вас приглашали на работу в КГБ? Интересный вопрос. Но я не понимаю, к чему он? Ну, вы выдвигаете себя как народный депутат. Фактически, вы и есть народный депутат. От Семипалатинска. Однако в Алмате вы проиграли. Вот и интересно. Как так? Теперь ясно. Хорошо, отвечу. Предлагали. Но я отказался. И знаете почему? Потому что все там происходящее ложь. И не толики правды. А правда в том, вы знаете, что такое радиация? Ну, это поток элементарных частиц. Я брагун буан ирацвар. Влияние радиации до конца не изучено. Верно. Влияние не изучено. И на нашем народе эту радиацию уже испытывают. Вы знали? И давно. Вот вы спросили меня, почему я депутат от Семипалатинской области? Потому что именно там и происходит современная катастрофа. Вчера я был в Семипалатинске, и там мне позвонили с аэродрома. Вам? Да, мне. И сказали, что у них шкалят дозиметры. Шкалят. А это больше 100 километров от полигона. 12 числа был взрыв. Вышли инертные газы. Вышли радиоактивные газы. И под их влияние попали люди. Кто об этом знает? А вы знаете об этом? Сендер білесіңдерме? Ешкім білмейді. Газеттер мұны жазбайды. 40 жыл біздің жерімізде олар бомбаларды сынап келеді. Бұл туралы бірінші рет кім айтты? Сіздің Дикая поле поэмаңыз осы тақырыпқа арналған. Дәл айттым. Мен бұл туралы 15 жыл бұрын айттым. Ешкімнің тыңдағысы келмеді. Бірақ қазір айтатында әрекет ететінде уақыт келді. Біздің болашақ ұрпақтарымыздың алдында қорқақтығымыз бен жалқаулығымыздың кесірі тиіп кетпеуі керек. Дұрыс айтасыз. Я призываю вас не бояться, а говорить смело. Долой испытания на казахской земле!